Мне часто приходится пилить длинные щиты на ленточной пиле поперек, для того чтобы сэкономить материал, поскольку ленточная пила дает в 3 раза более тонкий пропил, чем циркулярка. Большие щиты пилить не очень удобно. Дело в том, что слишком большие не падают, хотя стол достаточно широкий, и неудобно их удерживать, возникает большое трение между щитом и столом, и поэтому щит иногда перекашивает. Я давно думал о том, чтобы сделать здесь каретку, такую же пилярку, как на циркулярке или на фрезерном станке. И, наконец, придумал решение. Есть у меня старая каретка от стола Festool. Вот она устанавливается. Крепление, конечно, здесь, штатные крепления не подходят. Они предназначены только для вот этого многофункционального стола Festool, поэтому пришлось мне просверлить 2 отверстия, и сейчас попытаюсь установить его на ленточную пилу. Вот этот многофункциональный стол, вот сюда крепится каретка. Она чуть-чуть повыше, но она должна быть чуть повыше, чтобы не было сильного трения между заготовкой и столом. Получилась каретка. Ну, идеальной посадки, конечно, добиться не удастся, но в принципе более-менее. К каретке прилагается вот такой удобный поперечный упор. Он легко крепится, можно снимать, чтобы не мешался. Сам упор двигается, как раз мне хватит до полотна ленточной пилы. Здесь можно переставлять углы, есть фиксированные значения, там 15, 30, 45, 60, 22,5, но наиболее часто, которые используются. Но осталось только выровнять, чтобы он по отношению к моей пиле пилил под 90 градусов. Ну, угол почти 90, чуть меньше, но при пилении щитов это большого значения не имеет. Я думаю, здесь где-нибудь полградуса максимум, это, наверное, даже меньше. Пилить, наверное, будет не очень привычно, поскольку полотно находится слева, а не как на циркулярке справа. Ну, или так как-то надо будет приноравливаться. Ну, я думаю, приноравлюсь. Ну вот примерно так буду приноравливаться. Я думаю, что ленточные пилы не делаю с кареткой, поскольку для большинства операций это не имеет особого смысла. Но у меня такая специфика работы, что мне приходится пилить на ленточной пиле длинные и широкие щиты. Поэтому я думаю, что мне эта каретка будет в помощь. Я спросил у представителей Felder, когда мы устанавливали эту пилу, нет ли какой-либо штатной каретки к ней. Они сказали, что это вообще не бывает. И говорят, если
ты это сделаешь, то это будет первая в мире ленточная пила с кареткой. Ну вот, буду пробовать.